С 26 января в силу вступили новые правила дорожного движения, которые предусматривают разгрузку транспортной линии во время кругового движения. Если раньше водители, передвигаясь по федеральной трассе, получали приоритет, то теперь, согласно новому правилу, они обязаны уступить автомобилям, движущимся по кругу. Это нововведение регламента ПДД действует в том случае, если при подъезде к перекрестку установлены соответствующие знаки. В регионе, к примеру, при въезде в столицу их уже установили. С введением поправки движение в районе перекрестка Магаса стало удобнее. На сегодняшний день мы все видим и замечаем, как разгрузилось это круговое движение. Меньше пробок сейчас мы видим. Да? И водители, как мы видим, соблюдают эти правила дорожного движения, уступают водителям, которые находятся на кольцевом движении. Вот. В дальнейшем мы также в ночное время, дневное время, утреннее время, да, час пик, мы выставляем экипажей ДПС для разъяснения водителям законодательных нормативных правовых актов Российской Федерации, новых правил дорожного движения 2018 года. Вот. И чтобы водители знали, какие правила изменены в новом году. Такие же изменения ждут и Икажевский перекресток. Здесь пока еще не установлены знаки, но в скором времени они также появятся. Нарушение закона грозит штрафом в размере 1000 рублей. Сотрудники госавтоинспекции призывают автолюбителей не